Всем привет, ребята! Совсем недавно прошла долгожданная онлайн-презентация компании Xiaomi. Там она представила международную версию Redmi Note 9 Pro и совершенно новый Redmi Note 9. Что удивительно, смартфоны получили обновленный дизайн и улучшенные технические характеристики. Но самое главное, это, конечно же, наличие NFC. А теперь поподробнее. С вами канал Техноум. Поехали! Начнем с Redmi Note 9 Pro. Он получил экран на 6,67 дюйма. Дисплей имеет тонкие рамки и небольшой вырез под фронтальную камеру, которая расположена по центру экрана. Производитель не забыл и про защиту данного смартфона и прикрыл спереди и сзади девайс закаленным стеклом Gorilla Glass 5 поколения. Сканер отпечатков пальцев встроен в кнопку включения данного смартфона. Ну и что сейчас почти не встретишь ни в одном смартфоне, это ИК-порт и традиционный 3,5 мм разъем для наушников. Но это все в данном смартфоне есть. И это большой плюс. Не забыли и про модуль NFC, он тоже есть. Ну и самая главная фишка по мне, это, конечно же, основная квадрокамера с главным модулем на 64 мегапикселя. Ультраширокоугольный на 8 мегапикселей с углом обзора, 119 градусов, макрообъектив и датчик глубины для портретных снимков с размытием заднего фона. А вот разрешение фронтальной камеры составляет 16 мегапикселей. Redmi Note 9 Pro в версии 6,64 гигабайта будет стоить 269 долларов, а вариант на 6128 гигабайт 299 долларов. Модель Redmi Note 9 имеет почти такой же дизайн, как и Pro версия, но все-таки есть и отличия. Диагональ экрана составляет 6,53 дюйма, а отверстие под фронтальную камеру расположено в углу экрана. Сканер отпечатков пальцев разместили сзади данного смартфона. Redmi Note 9 получил процессор MediaTek Helio G85. По сравнению с предшественником, производительность выросла на 21%. Аккумулятор имеет емкость 5020 мАч, обеспечивающий до 2 дней автономной работы. Модуль NFC в этом устройстве тоже имеется. Redmi Note 9 будет доступен в версиях 3,64 гигабайта и 4,128 гигабайт по цене 199 и 249 долларов соответственно. Новинки поступят в продажу в середине мая. Ну что же, ребята, можно сказать, осталось 2 недели, и мы увидим в глобальной версии этих два замечательных смартфона. Они получили, на мой взгляд, очень хорошие технические характеристики, квадратную камеру, что сейчас является трендом. И да, ребята, 3.5 джек есть, ИК-порт есть, NFC есть, и все, можно сказать, замечательно. И цена плюс-минус 300 долларов. На мой взгляд, это просто подарок нам. Ну что же, действительно, это будут хиты компании Xiaomi, и все люди будут их покупать. Ну что же, с вами был канал Техноум. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока!